13 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады 80. На центральном стадионе имени Владимира Ильича Ленина в Лужниках собралось свыше 100 тысяч зрителей. Участникам всемирного праздника спорта обратились председатель оргкомитета Олимпиады 80 Новиков, президент МОК Лорд Келанин. Выступивший затем Леонид Ильич Брежнев провозгласил Олимпийские игры 1980 года открытыми. Сегодня Олимпийскую эстафету принимают Ленинград, Киев, Минск. Давай, за здоровье. В городах спутников Московской Олимпиады будет торжественно зажжен Олимпийский огонь. Мировая печать уделяет большое внимание Олимпийским играм 1980 года в Москве. На видных местах излагается приветствие Леонида Ильича Брежнева участникам и гостям Олимпиады. Москва, пишет в передовой статье газета «Новая ГДР», создала все условия для того, чтобы Олимпиада... Ну, предлагаю следующее. Погнали. Американская газета Christian Science Monitor высказывает мнение, что Олимпийские игры 1980 года станут многообещающим событием, захватывающими моментами, побитием мировых рекордов и новыми выдающимися чемпионами. В эфире последнее известие. Сегодня в нашей стране отмечается День металлурга. Праздник более чем 3-миллионного отряда тюремников важнейших за Россию. Давай. Металл – основа сегодняшней индустрии. Это каркас жилых домов, промышленных зданий, мантенов. Это гигантские экскаваторы, линии электропередачи. Вот почему во всех наших планах на первом месте неизменно стоит металл чугуна и сталь. Эти отрасли промышленности Советского Союза являются ведущими в мире. Чугунные металлурги, например, прочно удерживают первое место по выпуску основных видов продукции, добыча руды, выпуска чугуна и стали, производству проката и стали труб. На передовых позициях наша страна и по техническому уровню развития металлургии. Хорошо, беленькая. Все новые производства. Более 14 миллиардов рублей бюджет израсходовано с начала пятилетия. Да подай корму. Ого, что ты. Только за 6 месяцев нынешнего года. Ой, аж пот прошит. Хорошо. Орбитального комплекса будут передаваться музыка, новости соревнований 22-х Олимпийских игр. Отведено также время хорош. Фотографирование Земли. Ну, вот такое дело. Что у тебя такое? Вы слушаете последнее известие. Буду с тобой солидарен. О, масленица. В частности, была выражена готовность подписать с Таиландом двусторонние или многосторонние соглашения о взаимном нападении, невмешательстве в внутренние дела друг друга и об отказе от предоставления своей территории для ведения подрывных действий против договаривающихся. Ну, брат, давай, за мир. За мир во всем мире. Полностью смотрим. Усиливаются те круги внутри Пакистана, которые не заинтересованы в нормализации наших отношений. Нас беспокоит. Индира Ганди подчеркнула, что отношения между двумя странами должны основываться на российской торговле, обмене английской, журналистской, делегациями представителей нового мира. Лучше я. Еще огурчика. Что ты? Ну, конечно, у меня с грядки лучше. Да вы что? Да, не плохие, но у меня с грядки лучше. Ну, свое с огорода всегда лучше. Будь то огурчики, будь то грушки те же самые. У меня-то, мама-то в советские времена, у меня батя-то в советские времена, Это да. Давай, Еще по одной. Ну давай, за семью. Давай, брат, за родных, за близких. Крупнейшим сланцедобывающим предприятием в Эстонии стал разрез Сиргала. Добыча топлива здесь за месяц возросла почти на миллион тонн,
Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Многие водку запивают. А надо ли? Да. По-моему, вот сам запустил, занюхал, больше не нужно. Ну да. Нужно быть культурным человеком. Нужно быть культурным. Понимаешь? Ну, эта водочка, она ничего. Вот я, допустим, в клуб иду, вот клуб – это вискарь. Вот так вот с друзьями постоять – это пиво. А вот так вот посидеть за столом дома – это водочка. Вот из холодильника достали, да? Вот она, холодненькая водочка, вот, под хорошую закуску. Да-да, это да. Да, ты чего, забивай, да. В смысле запивать? Абсурд. Абсурд. Его надо пить. Абсурд. Да, давай, погнали. Ты в любом случае, ты знаешь, сколько не бери, все равно будет мало. Все равно бежать, да? Да. Золотые слова. А надо ли оставлять? Добьем, добьем. Осталось. Давай добьем. Давай, давай. Ну, с меня стала быть бутылка. На пол. На пол. Аж как подрало, а? За детей. Давай, брат, за детей. Наша страна и по техническому уровню.
развития металлургии. Хорошо, беленькая. Все новые производства. Более 14 миллиардов рублей. Беленькая. Израсходовано с начала пятилетия. Да подокорку. О, что ты. Только за 6 месяцев нынешнего года. О, аж пот прошит. Хорошо. Почти на 1,5 миллиона тонн. Запланированы сеансы двусторонней телевизионной связи, в которых космонавты встретятся с артистами. Планы орбитального комплекса будут передаваться музыка, новости соревнований 22-х Олимпийских игр. Отведено также хорош, хорош. Ну, вот такое дело. Что тебе откроем? Вы слушаете последние известия. Буду с тобой солидарен. О, пшеницы. Они выдвинули ряд предложений, адресованных Приготовлю. Тайланду. В частности, была выражена готовность подписать с Тайландом двусторонние или многосторонние соглашения о взаимном ненападении, невмешательстве в внутренние дела друг друга и об отказе от предоставления своей территории для ведения подрывных действий против договаривающихся. Ну, брат, давай, за мир. За мир во всем мире. Полностью солидарен. Усиливаются те круги внутри Пакистана, которые не заинтересованы в нормализации наших отношений. Нас беспокоит. Индира Ганди подчеркнула, что отношения между двумя странами должны основываться на российской торговле. Пошла. Очень хорошо. Вроде что не наесть. Делегациями представителей Маслица. Лучше ее. 2000 литров, как я насовываю. Еще огурчика. Что ты, что ты? Ну, конечно, у меня с грядки лучше. Да вы что? Да. Ну, не плачи, но у меня с грядки лучше. Ну, свое с огорода всегда лучше. Будь то огурчики, будь то грушки те же самые. У меня-то... Мама-то в советские времена. У-у-у. У меня батя-то в советские времена. У-у-у. Это да. Давай, Эля. Еще по одной. Ну давай, за семью. Давай, брат, за родных, за близких. Крупнейшим сланцедобывающим предприятием в Эстонии стал разрез Сиргала. Добыча топлива здесь за месяц возросла почти на 1 миллион тонн, что равно выработке целой шахты. Теперь гарнизон подставляет электростанции курить. Многие водку запивают, а надо ли? Почему? Да. По-моему, вот сам запустил, занюхал, больше не нужно. Просто нужно быть культурным человеком, нужно быть культурным, понимаешь? Ну, эта водочка, она для чего? Вот я, допустим, в клуб иду, вот клуб – это вискарь. Как вот так вот с друзьями постоять – это пиво. А вот так вот посидеть за столом дома, это водочка. Вот из холодильника достали, да? Вот она, холодненькая водочка. Вот, под хорошую закуску. Да-да, это да. Да, ты пиво запивать. Да. В смысле запивать? Абсурд. Абсурд. Да, пиво надо пить. Абсурд. Да, давай, погнали. Ты в любом случае, ты знаешь, сколько не бери, все равно будет мало. Все равно бежать, да? No. И золотые слова. А надо ли оставлять? Добьем, добьем. Осталось. Давай добьем. Давай, давай. Ну, с меня стала быть бутылка. Все, держи. На пол. На пол. Аж как продрало, а? За детей. Давай, брат, за детей. Студенты и аспиранты вынуждены будут
Вот, да.